Приветствую всех. Решил я записать еще одно видео в выходящем году. Адресовано оно будет, конечно же, моим любимым альтернативщикам и в особенности отрицальщикам космонавтики и спутников. Вы, наверное, много раз слышали их утверждение, что любые фото и видеоматериалы из космоса не являются доказательствами в принципе, поскольку, цитирую, «нарисовать можно что угодно, а проверить это простому смертному не под силу, и поэтому спутников не существует». Не будем обсуждать несостоятельность этого аргумента, у меня есть идея получше. А что если никакие фото и видео не нужны? Что если любой желающий может своими глазами увидеть доказательства существования и работы спутников? Итак, представляю вашему вниманию спутники дистанционного зондирования земной поверхности – Калипсо и АЭСАТ-2. И что же в них такого особенного, спросит альтернативщик? А я отвечу. Зондирование поверхности Земли они производят с помощью лазеров. И лучи этих лазеров можно без проблем увидеть своими собственными глазами. Для начала расскажу чуть подробнее о том, что это за спутники. Калипсо. Американо-французский исследовательский спутник, запущенный в 2006 году и предназначенный для изучения облачного покрова Земли. Основной инструмент – лидар, то есть лазерный аналог радара, который непрерывно испускает вниз луч лазера зеленого цвета и принимает отраженный сигнал. Остальные технические подробности вы можете прочитать по ссылке в описании. Главное то, что этот самый лазерный луч прекрасно видно с Земли, но об этом чуть позже. АЭСАТ-2 – аналогичный, но более современный спутник, запущенный в 2018 году. Имеет схожий с Калипсо лазер на борту. Оба спутника находятся на орбитах, близких к полярным, то есть увидеть их можно буквально из любой точки Земли. Нужно лишь оказаться в нужном месте в нужное время. Для этого, впрочем, давно разработаны специальные программы, которые позволяют заранее рассчитать место и время прохождения спутника. У Калипсо, например, лазер будет виден в полосе шириной около 300 метров. То есть нет необходимости высчитывать свое положение с точностью до метра. А теперь, дорогие отрицальщики, шокирующие для вас материалы. Я подготовил подборку фото и видеоматериалов, как людям без проблем удается увидеть эти самые лазеры с земной поверхности. Итак, поехали. Что скажете, дорогие мои альтернативщики и отрицальщики? Это все тоже фотошоп, графика и вообще заговор. А слабо проверить все это лично, а не как обычно кричать с дивана. Что ж, на этом, пожалуй, и закончим. Всем спасибо за просмотр, поздравляю всех с наступающим Новым годом и всего вам доброго!